Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Intex Aquashine 4G. И сейчас я покажу, как очистить кэш на этом телефоне. Для начала нужно зажать и удерживать кнопку питания. И нажать отключить питание. И нажать ОК. Для того, чтобы телефон вырубился. После этого вам нужно будет одновременно зажать и удерживать кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Жмем и держим. Отлично, мы попали в boot меню. Нажимая на кнопку увеличения громкости, мы выбираем recovery и нажимаем на кнопку уменьшения громкости, чтобы подтвердить вход в него. Ждем. Теперь после того, как мы увидели этого робота, нажимаем на кнопку питания, нажимаем и отпускаем кнопку увеличения громкости, отпускаем кнопку питания. Теперь, нажимая кнопку уменьшения громкости, мы передвигаемся к пункту Wipe Cache Partition. Внимание! Не Wipe Data Factory Reset, а Wipe Cache Partition. Нажимаем на кнопку питания. Нажимаем на кнопку питания увеличения громкости. Опять нажимаем на кнопку питания. Ждем очистки. Все. Теперь нажимаем на кнопку питания для того, чтобы перезагрузить телефон. Ждем, пока телефон перезагрузится. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!